А скажите, а вы в детстве, какие у вас фильмы были любимы? Вы помните что-то из фильмов своего детства, которые для вас стали такими, ну, этапными в смысле вашего вот взросления? Вы знаете, я только помню, что когда был ребенком, я не мог смотреть телевизор. Потому что как только я видел какую-то жестокость, например, насилие над животными, меня это так поражало и задевало до глубины души, что это выбивало меня из равновесия, и я плакал. Наверное, я помню первый фильм, который я посмотрел и воскликнул: «О боже, я хочу сотворить нечто подобное». Был во время моей первой поездки в Америку, мне было 13 с половиной лет, я был там с американской семьей, и они меня спросили: «Хочешь посмотреть фильм?» Я сказал: «Конечно, хочу». И они выбрали «Планету обезьян». Я посмотрел его в машине, поедая гамбургер. Это было целое событие для меня. И этот фильм меня так поразил, что я даже могу сказать, что этот фильм сильнее всего повлиял на меня. После того раза я каждый вечер просился посмотреть его снова и снова. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».